концентрация стильно одетых VIP-персон нашего города говорит о том, что повод, который собрал их вместе, по-настоящему весомый и значимый. 20 лет назад в Челябинске открылся первый салон «21 век». Когда мы открывали бутик 20 лет назад, то есть мы сразу его назвали 21 век. То есть 21 век – это как, ну, мы идем в будущее сразу же. Был еще 98 год. И мы мечтали о том, чтобы наш магазин был самым лучшим в городе, чтобы у нас были самые лучшие марки, и покупатели всегда были и оценивали нашу работу. А что такое оценивать нашу работу? Мы, когда видим людей в нашей одежде, в нашей обуви, то мы очень признательны, что люди оценили то, что мы стараемся и везем в свой город. Бизнес в России – дело очень непростое, а 20 лет успеха вообще приравнивается к подвигу. Не всегда все получается. У меня много было в жизни моментов, когда падаешь, но всегда выдыхаешь, встаешь и делаешь следующий шаг. Девиз нашей семьи – кто не рискует, тот не пьет шампанское. Этот девиз у меня практически с юности. И второе – вперед, вперед, вперед и ни шагу назад, несмотря ни на какие трудности. За два десятилетия удалось собрать вокруг себя настоящих ценителей премиального европейского качества. 21 век VIP – это самая красивая, самая стильная, дорогая, шикарная одежда. Это самые модные луки, самые модные тенденции. Вот, например, у меня в этом году была свадьба у дочери. Ну куда мне идти? Меня здесь одели, обули, нарядили и... Я по полной программе пошла на свадьбу к своей дочери. Мне нравится здесь все. Сама атмосфера, их отношения, чашка горячего вкусного кофе. Показ с участием гостей – неотъемлемая часть модных вечеринок. В сезоне «Осень-зима 2019» по-прежнему актуальными окажутся оверсайз, удобный расслабленный стиль в дизайнерской подаче, спортивные элементы, проникающие в классику и кэжуал. Также итальянские и французские дизайнеры предоставляют возможность продемонстрировать в новом сезоне стройную фигуру. Я желаю им фортуны, удачи, успеха, процветания, здоровья всем женщинам, которые организовали этот бутик, которые открыли этот бутик, Ольге, Юле, Ирине Леонидовне и всем девочкам, которые работают внутри бутика. Те традиции, которые они установили, добросовестности, честного отношения к своему делу, любви к клиентам и так далее, они на самом деле настоящие. Это подкупает, и хочется, чтобы это было и дальше. Это такой островок доверия, дружбы, взаимоотношений настоящих, ценных, вот, которые не ценные, а бесценные, наверное. Столько людей, столько красивых людей. Вот такая организация, место. Ну, потрясающе. Я могу только за них порадоваться и пожелать им еще через 20 лет встретиться. Пусть будет всегда 21 век с нами. Любовь и признание, пожалуй, и есть та самая движущая сила, которая позволяет столько лет оставаться в лидерах, справляться со сложностями и двигаться дальше. И пусть все до одного желания, загаданные в этот вечер, обязательно сбудутся.